Всем привет, друзья! Сегодня мы сделаем слайм для Инстаграма. Поехали! Наливаем клей. Пенки. Хорошенько перемешиваем. Он уже начинает загустевать. Добавим немножечко загустителя. Загустителя немножко добавим. Продолжим вымешивать его здесь уже. Ребята, он такой классный получился. Смотрите, ребята, как он хорошо тянется. Еще немножечко прилипает, но так должно и быть. Посмотрите, какой он красивый на цвет, перламутровый аж. Ребята, посмотрите, он постоял несколько минуточек, и посмотрите, как он хорошо тянется и уже не пристает к рукам. Мягкий, приятный на ощупь. Очень эластичный. Даже кликает так. Сейчас, ребята, мы украсим наш слаймик, сделаем его праздничным, красивым. Я думаю, он и цвет поменяет. Ребята,
Посмотрим, какой получится. Добавим еще немножечко блесток. Ребята, добавляем немножечко еще блесток. И добавим еще немножечко краски. Чтобы цвет получился более приятным, добавим краски. Несколько капель. Ребята, от краски наш слайм стал жидковатым. Мы добавили немножечко персила. Ребята, если хотите попасть к нам в видео, просто будьте активными. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Делитесь видео с друзьями. Сейчас мы наш слайм украсим. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!